Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти, мы снова играем в Scrap Mechanic. И в сегодняшней серии мы будем ходить и смотреть дома, которые построили наши подписчики. Первый дом у нас от Антона Кузьмина. Сразу же видно, что его мотоцикл. Антон немножко доработал мотоцикл, изменил подвеску, изменил цвет. Пишите свои комментарии, что вы думаете, красный или черный был лучше. По-моему, передняя подвеска была точно лучше на черном. Ну а так красный тоже хорошо выглядит, но это же не самое главное, мы мотоцикл уже видели и знаем его наизусть. А вот дом мы еще не видели, давайте я сделаю вид от первого лица. И мы пойдем сейчас смотреть дом, который построил Антон Кузьмин. Так, у нас вот такой необычный заборчик. Скорее всего, Антон воспользовался моим советом и сделал вот такие вот стекла, которые с одной стороны у нас непрозрачные, а с другой... прозрачный, и мы можем видеть все, что находится за забором. А никто не будет нас видеть здесь. Допустим, мы можем ходить здесь голышом, загорать, и никто нас не увидит. Ладно, давайте обойдем дом. Я уже вижу, что там красивые потолки. Ладно. За домом у нас кондиционеры, провода, какой-то есть шкафчик. Сейчас я попытаюсь его открыть, что у нас за шкафчик. Здесь... очень много таймеров, очень много музыкальных голов, очень много логических блоков. И это все у нас куда-то с вами привязано, ребята. Видите, я вижу, что у нас куда-то вот туда вот идет кнопочка, которая это все у нас запускает. Хорошо, посмотрим, что у нас за музыкальная композиция играет от этих голов. Так, хорошо, что же это может быть у нас? Это, скорее всего... неужели столько голов проигрывают только вот эту композицию? Она, конечно, прикольная, но как-то странно. Ладно, что тут еще у нас, ребята? Я сделал вид снова от третьего лица и подойду к двери. И что мы можем видеть? Что звонок и включение света у нас находится очень высоко. Я вот здесь сделал пометочку для Антона, где нужно делать вот такие вещи. Мне кажется, вот здесь она бы смотрелась лучше. Вот как раз-таки напротив ручки. Хорошо, давайте я... снова делаю вид от первого лица. И что у нас здесь еще есть? У нас есть гараж. Давайте его откроем. При открытии гаража у нас включается подсветочка. И тут у нас стоит багги. Хорошо, мы можем зайти в гараж? Да, можем зайти в гараж. То есть мы можем спуститься под багги, отремонтировать ее, либо посмотреть какие-то неисправности. Вот тут у нас все видно. Даже видно непрокрашенные блоки. Хорошо, выходим. Что же тут у нас еще у Антона Кузьмина? У нас здесь верстак с инструментами, есть кружки, верстак у нас открывается, туда можно что-нибудь спрятать, какую-нибудь заначку. Окей, что это у нас? Это у нас закрывает двери. Прикольно сделан механизм, большущий респект Антону. Также включается свет, мы пока что его включать не будем, поскольку у нас сейчас день, а потом мы сделаем ночь и посмотрим, как же это все выглядит ночью. Я думаю, что просто здорово. Так, запасные колеса, открываем дверь и заходим уже в сам дом. Двери закрываем, вот у нас есть вид на красоты Scrap Mechanic. Там у нас стоит забор, но мы не видим забор, потому что там установлены вот эти вот невидимые блоки, которые делают стекло бесцветным. Окей, идем дальше. Очень много коридоров. Так, это у нас прихожая. Что у нас здесь? Здесь у нас, ребята, кухня. Шкафчик под раковиной. Что у нас здесь? Простой шкафчик. Зеленая поверхность. Это что у нас такое? Может быть, это какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь механизм, я не знаю. Антон, пиши, что же это такое? Кнопок я никаких не вижу. Возможно, это стиральная машина, но может быть и нет. Так, здесь у нас плита. Плита у нас включается. Внутри у нас курочки. Так, какая-то конфорка отвечает именно за духовку. Вот у нас подсветка включается, да. Закрываем. И выключаем. Так, плита выключена. Есть вентиляция, есть шкафчики, которые открываются полностью все сразу. С любой кнопки. Так, есть, смотрите, складной стол. Я не сразу его заметил, но здесь у нас столик. Вот так вот прикольно. Еще бы поворачивалась кружка, было бы вообще замечательно. Так, давайте сложим. И откроем. Так, я попробую, конечно, сделать кружку, но мне кажется, что стол у нас с кружкой не закроется. Так, где у нас кружечка?
Так. Так. Она сюда даже ставится. Смотрите, давайте пробуем закрыть. Нет, кружка у нас не входит сквозь текстуру. Это плохо. Хорошо. Сверху мы поставить уже кружку не можем. Идем дальше, ребята. Что у нас здесь? Здесь коридор и лестница наверх, но мы пока что туда не пойдем. Я вижу опять стекло и думаю, что здесь что-то опять сделано с багом на прозрачное стекло. Так, там мы были. Что же у нас здесь? Здесь у нас гостиная. Стоит вот такая вот роскошная красная мебель. Где тут включается свет? Также у нас красивая люстра. Думаю, ночью просто шикарно. Так, и мы можем сесть на диванчик. И у нас есть кнопочка, включающая телевизор. Вот так это все выглядит прикольно. Можем ли мы сделать вид от первого лица? К сожалению, пока что. Хотя вот так вот мы от первого лица, когда садимся, мы можем сделать вид от первого лица. Также включить телевизор. Отлично. Что же. Комната, конечно, небольшая. Мебель просто огромная. Красивая, можно садиться. Эту мебель я уже видел, по-моему, на стриме Любомира. Эта мебель была использована. Так. Хорошо, идем дальше. Множество картин. Здесь мы были. В этом доме можно заблудиться. Свет в коридоре. Теперь мы с вами пойдем на второй этаж. Так, также свет. Что у нас здесь? Здесь у нас спальня, мы можем лечь. Две кнопочки. Первая кнопочка включает свет, вторая кнопочка включает телевизор. И я думаю, что здесь то же самое. Также две кнопочки, включение телевизора и включение света. Все замечательно, я думаю, что здесь только логических блоков. Так, шкафчик открывается, там стоят какие-то ботиночки. Также свет. Идем дальше. Что же у нас здесь? Здесь у нас, ребята, с вами детская комната, есть компьютер. Также включается монитор. Двухэтажная кровать. Потолок у нас в виде звездного неба. Прикольно смотрится. Так, что? Это у нас отдельные светильнички для каждой кроватки. Вот так вот можно сесть на кроватку. И, допустим, подглядываешь, что делает брат. Есть шкафчик. Тумбочка. Я уже даже не сомневаюсь, что все открывается. Так. И, опять же, прекрасный вид на у нас на газончики. И все видно, что за забором. Даже вот там вот видно мотоцикл. Хорошо, ребята, и дальше. Так, я вообще в этом доме просто запутываюсь. Так, что у нас здесь? Здесь у нас выход на крышу. Здесь у нас... Два лежака, зонтик. Зонтик здорово сделан. Почти круглый. На лежаке также можно лечь. Лежанки у нас раскладываются. Здорово выглядит. Так, также должна включаться подсветка. Вот так это все выглядит. Я попробую, обязательно попробую это ночью, потому что мне кажется, здесь будет просто здорово. Так, что у нас здесь? Какой-то, я не знаю, маленький узкий коридорчик. Что у нас здесь? Здесь у нас, ребята, ванная. Также включается свет. Вот по поводу этого выключателя я как бы сомневаюсь. Вот кто делает выключатель прямо над ванной. Ну, у меня есть, конечно, выключатель рядом с ванной. Он вот здесь вот у меня, чтобы регулировать подсветку. Допустим, хочешь делать полумрак, включаешь полумрак. Так. Что же, выходим. И я думаю, что напротив у нас с вами туалет. Да, точно, туалет, такой красный унитаз. Также свет включается. Ну, если в ванной я еще пойму какую-то регулировку света, то в туалете, как эти в полумраке, думаю, не очень хорошо. Так, хорошо, идем дальше. Тут у нас тела с книгами. Тут мы были. И где еще мы не были? Здесь мы были, мы уже были во всем доме, да? Я думаю, что во всем доме были. Я думаю, что пришло время нам включить ночь. Что ж, ребятки, включаем ночь.
Ну что ж, ребятки, я включил ночь, и сейчас мы будем смотреть на ночной дом от Антона Кузьмина. Давайте быстренько посмотрим, быстренько пробежимся, включим везде свет и посмотрим, как он смотрится в ночном свете. Так, тут уже включен свет у нас, калиточка освещена, то есть чтобы мы зашли и достали ключи. Так, также включается полностью подсветка вокруг дома. С кнопочки рядом с дверью. Также, видите, у нас освещаются все газоны, чтобы травка росла. Так, ну что же, заходим, наверное, в гараж. Делаю вид от первого лица. Так, света предостаточно, но у нас есть еще включатель, который просто все озаряет светом. Так, очень ярко, очень. Так, заходим дальше. Что у нас здесь? Опять же включается свет, и у меня просто слепит в глаза. Тут тоже включается свет, тут тоже включаем свет, везде включаем свет, это у нас столик. Так, кухня, кухня, включаем свет. Ну, как-то все это очень ярко, может быть попробовать изменить настройки в графике. Сделать вот здесь off. То есть у нас свет горит, видите, да, а освещенности-то у нас нету, когда мы включаем вот эту вот настроечку. Так, поэтому мы это все сейчас вернем обратно. Так, очень ярко. Так, поднимаемся на второй этаж, тоже все включаем. Ну, вот здесь как бы более-менее еще, но на первом этаже вообще просто очень ярко, потому что очень много светильников, а здесь у нас светильников поменьше и выглядит намного лучше, намного приятнее. Так, что у нас здесь, я не помню уже. Здесь у нас хозяйская спальня, также есть свет. Включаем свет, множество светильников и просто я даже кровать не вижу. Антон, куда ты столько светильников? Давайте попробуем это все прорядить. Так, удаляем вот это. Удаляем вот это. Удаляем. Так, тут мы удалили. Здесь тоже надо удалить. Только сейчас заметил, что здесь тоже звездное небо и мерцают звезды. Так. Уже получше. Уже получше, по-моему. Вот так вот. Хотя бы вот так вот, чтобы была освещенность. И будет все здорово. Хорошо, выходим из спальни. Выключаем свет. Идем дальше. Ну, в принципе, здесь света нормально. Так, что у нас с ванной? В ванной света нормально, даже когда свет выключен. Можем включить. В туалете. В туалете тоже света достаточно. То есть, в принципе... Тут хватает освещенности от вот этих светильников, а сквозь текстуры они у нас все нормально просвечивают. Так, на балконе. Меня интересует на балконе свет. Включаем, все у нас также светло, зонтик светится. Очень много света. Так, тут мы были, тут мы... Детская комната, также свет включаем. Ну, в принципе, здесь нормально, то есть света хватает. Выключаем свет. Ну и в принципе все. Дом от Антона Кузьмина достаточно хороший. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом доме. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Висконти. Всем пока.